Вітаю у прямому ефірі студія на телеканалі «Репортер». З вами Наталія Опара. Сьогодні у нас у гостях відповідальний секретар приймальної комісії Національного університету Одеська юридична академія, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент Федоров Валентин Андрійович. Вітаю вас. Добрий вечір. Напередодні дня відкритих дверей, який відбудеться у Одеській юридичній академії уже 29 лютого, будемо говорити про сам захід та що підготували для абітурієнтів. Знаете, во-первых, само мероприятие «День открытых дверей» – это очень важное мероприятие. Почему? Потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Да? Поэтому абитуриенты, которые приходят в стены Национального университета Одесской юридической академии, которые приходят на «День открытых дверей», они уже, скорее всего, на 99% студенты нашего университета. Почему? Потому что они видят инфраструктуру, они знакомятся с профессорско-преподавательским составом, они видят структуру вуза, различные проекты, в которых они участвуют. Почему? Потому что наш день открытых дверей – это не просто пришел, поговорил и так далее. Это ряд квестов, это ряд дополнительных мероприятий, такие как посещение тира, посещение детектора лжи, участие в модельных судебных заседаниях, посещение различных студий, проектов, которые реализуются в стенах нашего университета, посещение наших центров кибербезопасности, цифровых технологий, IT-центра, возможность поучаствовать в реализации того или иного проекта. То есть это мероприятие, которое направлено вообще на один день. Есть у нас такой проект, как «Приедь Уикенд» в Одессе, да, и он рассчитан на несколько дней, когда студенты имеют возможность не только посетить Национальный университет Одесской юридической академии, но наш прекрасный город, говорят, у моря Одессу, потому что я думаю, что наш город тоже может что-то показать, а одной из самых главных жемчужин нашего города является как раз, конечно, наш университет. Город у моря. Вы, мабуть, зараз наголосили на одній із важливіших причин, чому абітурієнти з усіх регіонів України обирають саме Одеську юридичну академію, а таких причин насправді дуже багато. І нещодавно у ЗМІ вийшла стаття «15 причин навчатися у Національному університеті Одеська юридична академія». Тож я вам пропоную дуже коротко, але зупинитися практично на кожній із цих причин. Почнемо ми місто у моря. Ви сказали, тож наскільки близько корпуси юридичної академії розташовані до моря, гуртожитки, спортивні комплекси, ми знаємо, на 8-й станції Великого фонтану, де займаються студенти? Во-первых, по статистике 90% студентів, які вчаться в нашому університеті, це іногородні студенти. Чому? Тому що практично студенти з усіх уголків України, звісно, вибирають наш університет. У нас действует и принцип академической мобильности. Почему? Потому что практически в каждом регионе Украины на сегодня есть филиал нашего университета. То есть вы, не желая выезжать в другой город, вы можете, находясь в Киеве, в Ивано-Франковске, Кривом Роге и так далее, поступить непосредственно у себя дома в наш университет. Но, как правило, очень многие едут в Одессу. Почему? Потому что, во-первых, Одесса – это туристический центр, Одесса – это культурный центр, Одесса – это научный центр, это учебный центр нашей страны. И, конечно, очень приятно, знаете, получить такую романтику, когда ты можешь, не каждый видит море, а ты можешь видеть это море каждый день, ты можешь учиться в этих условиях, потому что у нас даже люди немножко отличаются от большинства людей. И поступив, например, в любой факультет сначала в одном городе, вы можете взять и перевестись в Одессу. Либо, если у вас есть желание, конечно, с Одессы можете перевестись в любой другой факультет. Но, как правило, эта тенденция наоборот. Плюс огромное количество, например, спортивных объектов у нас находится как раз на берегу моря. И то количество спортивных мероприятий, начиная с чемпионата области, заканчивая чемпионатами мира, проходит как раз тоже на берегу моря. Многие спортсмены стремятся сюда и говорят, вы знаете, тот спортивный комплекс, который у вас здесь находится, и он доступен для любого студента нашего, и вообще жителя города. Это уникально. Почему? Потому что, имея возможность заниматься и учебой, и спортом, и дышать свежим воздухом, дышать морским воздухом, это, конечно, укрепляет и развивает 100%. А наши студенты и некоторые наши корпуса общежитий находятся в непосредственной близости от моря. По-моему, это та романтика, которую многие хотят получить, и ее получают. В Одеській юридичній академії взагалом навчається 20 тисяч студентів. І щороку випускаються тисячі кваліфікованих, гарно підготовлених, з високим рівнем знань, фахівців. Це не лише юристи, це політологи, соціологи, психологи, журналісти. З недавнього часу це фахівці у IT-сфері. І усіх їх треба працевлаштувати.
Ви ж не відправляєте їх у свободне плавання, як кажуть. Тож, яким чином налагоджена ця співпраця з міністерствами, з відповідними органами щодо працевлаштування абсолютно кожного випускника? З цього року ще й філологи теж у нас. Є така спеціальність. І наш університет, він один із немногих, який взяв на себе таке соціальне обов'язання, хоча його немає по новому закону і по предыдущому, в принципі, закону о вищому образованні, о 100% в трудоустройстві нашим студентам. И это многослойная программа, которая действует. Первый ее этап – это возможность получения индивидуального графика и уже на этапе обучения пойти учиться. Второй этап – это заключение огромного количества договоров с государственными учреждениями и силовыми структурами, такими как Национальная полиция, Генеральная прокуратура, НАБУ, ДБР, Министерство юстиции. И наши студенты проходят как стажировку, практику, так и непосредственно трудоустройство. Вот буквально в том году заключен договор на трудоустройство около 300 следователей в органы Национальной полиции. И это очень знаково. Более того, есть возможности заключения договоров с нотариусами, с адвокатскими объединениями, проводятся ярмарки вакансий, проводится огромное количество собеседований и поиска именно непосредственно предприятий, организаций, учреждений, которым необходимы студенты, наши студенты, будущие абитуриенты. Точно так же работодатели приходят в стены нашего вуза, опять же, за поиском будущих работников. И этот процесс происходит постоянно. Почему? Потому что, обучаясь, вы должны конкретно на выходе что-то получить. Вы четко должны понимать, куда вы с этим дипломом должны пойти. И наш вуз это обязательство на себя берет, то есть поступив в университет, проучившись там определенное количество лет, вы уже гарантированно трудоустроены в будущем. Почему? Потому что, во-первых, наш диплом котируется во всем мире. Во-вторых, мы производим высококлассных специалистов, которые получают практические знания, помимо теории, уже на стадии обучения. И в-третьих, мы сами берем на себя обязательства, и студент имеет возможность выбрать будущее место своей работы. Это очень важно. И президент университета Сергей Алексеевич Кивалов, наверное, ставит это в один из главных приоритетов развития нашего университета, 100% трудоустройство наших студентов. Нещодавно юридичну академію відвідали судді Верховного суду, судді Вищого антикорупційного суду України. А ще вчора вони були студентами та випускниками юридичної академії. Які ще можна привести такі успішні приклади? Міністр юстиції України приводив статистику, що около 70% всіх працівників органів юстиції в Україні практически все випускники нашого університету. Що касаємо регіональних управлінь, близлежащих, то там 90% випускників це працівників, це наші випускники. Що касаємо, скажімо так, такої стратегии успеха, то и наши выпускники, и преподаватели отбирались, во-первых, в научно-консультативные центры, при Государственном бюро расследований, при НАБУ, при Конституционном суде. Непосредственно судьями проходили сумасшедший конкурс Верховного суда Украины, Конституционного суда Украины, Антикоррупционного суда Украины, Апелляционной палаты. Единственный наш преподаватель, который со всего юга Украины стал судьей Апелляционной палаты Антикоррупционного суда. И это очень важно. Некоторые наши выпускники становятся и депутатами Верховной Рады. Вот даже в этом созыве около 5 наших выпускников. Некоторые становятся и, вы знаете, депутатами и различных международных структур. Поэтому, то есть, те знания, та база, которая заложена в нашем университете, она, безусловно, способствует дальнейшему вашему успеху. И, 90% выпускников, конечно, есть личностный фактор, но 90% наших выпускников, они, во-первых, востребованы на рынке труда и во многом они успешны. Як показує практика, багаторічна вже практика Одеської юридичної академії, день відкритих дверей, захід такий вже зовсім скоро відбудеться. Чи проводите ви такі соціологічні зрізи? От з тої кількості абітурієнтів, які відвідують день відкритих дверей, які потім залишаються у якості студентів? Я до чого, оскільки дехто може почитати, подивитися і вважатиме, що цього достатньо. А можливо, треба прийти і поринути у це студентське життя, пройтися студентським кампусом, завітати усі двері відкриті, завітати до гуртожитку, завітати до студентського кафе.
По статистике более 50%, знаете, есть, ну, есть срезы, да, какая реклама, какие направления профориентационные работают, так выше 50% это день открытых дверей. Почему? Потому что, я уже говорил, более 90% абитуриентов, которые приходят в стены вуза, которые наполняются этой атмосферой, которые попадают в нее, они уже не хотят оттуда убегать и уходить. И, конечно, они сразу же уже определяются и поступают в вуз. Поэтому мы всех приглашаем 29 февраля в 11 часов на академическую 2 в Национальный университет Одесской юридической академии на день открытых дверей. Скучно не будет, и будет очень информативно, самое главное, продуктивно и важно для тех абитуриентов, которые еще не определились, а те, которые определились, лишний раз убедятся в том, что они сделали правильный выбор. Буде зустріч з керівництвом вишу, особисто з президентом Сергієм Васильовичем Ківаловим? Сергій Васильович непосредственно приймає участь во всіх днях відкритих дверей. Чому? Тому що дуже важливо мати контакт з майбутніми абітурієнтами. Ну, у нас взагалі, ну, максимально демократичний вуз. У нас немає стіни між студентами і між руководством університету. У нас дуже розвито студентське самоуправління, дуже розвито студентське самоуправління, розвиті профсоюзні організації студентів. И каждый студент практически имеет возможность донести свое какое-то видение развития университета до руководства вуза. Сергей Васильевич абсолютно открыт, администрация вуза открыта, и этот диалог между администрацией и студентов, он дает очень положительный результат. Мы, наверное, один из немногих вузов нашей страны, а может, один из первых, кто вообще развил систему студенческого самоуправления, внедрил ее в университете, и сегодня она успешно действует. Однією з причин вступати до Одеської юридичної академії все ж таки це міжнародна співпраця, оскільки юридична академія є одним з лідерів у сфері міжнародної діяльності. І от візьмемо лише сьогоднішній день, до вишу завітали депутат Європарламенту, доктор міжнародного права, які відвідали з ознайомчим візитом, але вже є плани на співпрацю, подвійне дипломування. Чи є такі візити новинками для студентів юридичної академії, чи взагалі це вже розповсюджена багаторічна практика в університеті? Ну, наш університет, во-первых, входит в ассоциацию европейских университетов, различные международные организации, ассоциации. Почему? Потому что очень важно, понятно, что, конечно, получить наше образование, но сегодня очень востребовано европейское, американское образование и так далее. У нас заключено огромное количество договоров с международными университетами. Наш диплом, я уже говорил, котируется, в принципе, во всем мире. И наши студенты имеют возможность получать двойные дипломы. Конечно, диплом нашего университета и диплом многих других европейских университетов, с которыми у нас заключены договора. Это и программы Tempus, Erasmus+, и многие другие. Буквально вот месяц назад Йозеф Болок, почетный доктор Honoris Causa нашего университета, он проводил отбор в Цюрихский университет в Швейцарии наших студентов на систему обучения полугодичную, по итогам которой они также получают дополнительный диплом. И эта система действует очень эффективно на протяжении уже практически 15 лет. Во-первых, огромное количество практикующих юристов, адвокатов, нотариусов, которые приезжают из различных стран Европы, США, это и профессура, лучшая профессура многих университетов мировых, которые тоже приезжают в наш университет, читают лекции, и наши студенты имеют возможность непосредственно контактировать с ними. Ну, если говорить о том, что в наш университет приезжал личный адвокат экс-президента США Барака Обамы, да, и проводил лекцию по избирательному праву, то есть это о чем-то говорит. Более того, у нас внедрена система обучения на различных языках, это английский, немецкий, испанский, итальянский, французский языки. И наши студенты имеют возможность дополнительно получения дополнительных сертификатов на знание этих языков и получать лекции по праву, по различным другим дисциплинам именно на языке, на котором они выберут обучаться. То есть это тоже очень важно, это такой, знаете, ну, передовой опыт, который внедрен не во многих европейских вузов, но сегодня он успешно реализовывается в стенах Национального университета Одесской юридической академии. Дуже стрімко сьогодні у стінах юридичної академії розвивається IT-напрям, створен IT-центр, центр кібербезпеки та інформаційних технологій, власна лабораторія, є власний мобільний додаток, чим не може похизуватися жоден університет України. Як багато студентів вже завантажили цей мобільний додаток, користуються ним? Знаете, очень важно, когда в университете, помимо традиций, помимо очень важных таких, да, ну, базовых вещей, фундаментальных вещей, которые определяют развитие вуза, внедряются ну, ультрасовременные технологии обучения. И наш университет как раз тот вуз, который сочетает в себе великолепные традиции, но и внедрение огромного количества новаций.
Это и открытие IT-центра одного, открытие центра кибербезопасности и цифровых технологий, открытие факультета кибербезопасности и цифровых технологий. Это и работа различных лабораторий, где и студенты, и преподаватели, помимо внедрения определенных учебных программ, непосредственно занимаются и разработкой и программного обеспечения. Это и вот буквально 2 недели назад был запущен новый сайт Национального университета Одесской юридической академии, уже с внедренным мобильным приложением тоже. Ну, пользуются им все. Почему? Потому что он максимально удобен как для студентов, которые получают 90% информации оттуда, так и для преподавателей. Помимо этого действуют различные системы чат-ботов, различные другие системы обучения, которые облегчают процесс обучения для студента и дают возможность нашим студентам получить информацию, да, сегодня век информации, информацию с любой точки Земли. Это вхождение в различные библиотеки мировые, это изучение различных дополнительных образовательных программ. То есть сегодня наш вуз направлен максимально на информатизацию, на цифровизацию учебного процесса, и наши студенты имеют доступ, ну, практически к 99% современной необходимой им информации, конечно, что повышает уровень их образования и обучения 100%. Дуже логічно, що наступним етапом такого стрімкого розвитку IT-технологій стало відкриття цілого факультету кібербезпеки та інформаційних технологій, де працюватимуть такі випускники, оскільки юридична академія, як ви вже зауважили, в першу чергу ставить пріоритетом це працевлаштування студентів. Тож чи заключалися у зв'язку з цим нові договори про співпрацю, де працюватимуть? Ну, во-первых, это сейчас одно из самых перспективных направлений в полиции, это кибербезопасность, киберполиция. И заключены уже договора в этом направлении, и они уже с распростертыми объятиями ждут наших специалистов. Более того, уровень заработных плат там достаточно высокий. Буквально год назад приезжал первый заместитель министра инфраструктуры в Национальный университет Одесской юридической академии. Также был заключен договор о сотрудничестве и внедрение. У них создан департамент тоже кибербезопасности при этом министерстве. Ну, уровень зарплат от 60 тысяч обычный специалист до 300 тысяч получает директор департамента. Ну, по-моему, это неплохой стимул для наших студентов. Молодых, да, людей. Вот, помимо этого, конечно, они имеют возможность просто, ну, трудоустраиваться на предприятии, организации. IT-направление сегодня, ну, одно из приоритетных. А понятие безопасности, кибербезопасности на любом предприятии, начиная от большого концерна, заканчивая просто небольшой фирмой, сегодня в приоритете. Поэтому, ну, IT-специалисты, которые будут выпускаться в Национальном университете Одесской юридической академии, я думаю, что они уже сегодня востребованы, а завтра они будут востребованы еще больше. Ви зауважили також про поєднання інновацій і традицій. Ми з вами зупинилися більш детально на новаціях. Що стосується традицій? От, мабуть, це більшою мірою про професорсько-викладацький склад, який на сьогоднішній день він є визнаним одним з найсильніших в Україні. Це професори, доктори наук. Будь ласка, розкажіть більш детально. Ну, во-первых, наш Национальный университет Одесской юридической академии является правопреемником Одесской школы права, и практически все то наследие, которое было заложено, да, десятилетиями назад, это и такой костяк, фундамент профессорско-преподавательского состава был сохранен Сергеем Васильевичем Киваловым и сегодня успешно работает в нашем университете. И, конечно же, созданы все условия для того, чтобы наш профессорско-преподавательский состав развивался дальше. То есть, если вы выбрали для себя направление обучения, да, и дальнейшего образования, возможно, желание преподавать, пожалуйста, при нашем университете действуют 5 специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, то есть, ну, закончив магистратуру, вы можете поступить в аспирантуру, получить степень кандидата юридических наук, при желании поступить в докторантуру, получить степень доктора юридических наук. И сегодня по количеству докторов и кандидатов наук мы занимаем лидирующие позиции. Также, кроме этого, знаете, ярчайшим показателем является то, что каждый второй учебник и каждая третья монография выходят также из стен Национального университета Одесской юридической академии. Все это говорит о чем? Это говорит о качестве профессорско-преподавательского состава, той основы, знаете, того фундамента, который будет заложен в головы будущих специалистов, студентов, которые станут, ну, будущим нашей страны. И это очень важно, и этому уделяется огромное количество внимания. Опять же, это одно из приоритетнейших направлений развития нашего университета сегодня. Чи впливає це на розташування Одеської юридичної академії у освітніх рейтингах? Оскільки ми знаємо, що багато років поспіль юридична академія очолює багато рейтингів не лише всеукраїнських, але й міжнародних. Да, это и ВБ Метрикс, как раз то, о чем мы говорим с вами по поводу внедрения цифровых технологий. Это и
лидер в сфере образования, буквально около 3 лет подряд наш вуз занимает эти рейтинги. То есть и многие-многие другие, но это закономерно. Когда есть развитие, когда, вы знаете, когда вуз семимильными шагами идет вперед, и многие говорят, что наш университет это уже вуз будущего. Почему? Потому что многие университеты за границей, почему-то сегодня многие абитуриенты направили свой взгляд. Ну почему? Потому что создается огромное количество препятствий для того, чтобы они поступали в наши отечественные вузы. Знаете, окинули взгляд за границу, но я вам скажу, что те системы образования, та инфраструктура, те условия, которые созданы в нашем вузе, Национальный университет Одесской юридической академии, это уже вуз будущего. И то, что он предлагает сегодня, многие вузы даже за границей не предложат еще завтра. Хочу продовжити такою творчою темою. Цими вихідними, мабуть, уся юридична академія щиро вболівала за випускника факультету цивільної та господарської юстиції Олексія Приступа, який успішно виступив на всеукраїнському телепроєкті, пісенному конкурсі «Голос країни». Які умови створені для розвитку ось таких талантів? Оскільки ми знаємо не лише про Олексія Приступа, а досить багато таких зірочок, які починали свій зірковий шлях саме зі сцени Одеської юридичної академії. Знаєте, да, в нашому университете, во-первых, развит, несмотря на то, что вуз, да, является, ну, вузом юридическим, там, развитие направления журналистика, психология, о чем мы с вами говорили. Огромное количество уделяется, помимо этого, спорту. Я хочу выделить, потому что огромное количество чемпионов мира, Европы, Украины выходят именно из стен нашего университета, несмотря на то, что мы не являемся профильным вузом. И мы занимаем по количеству медалей, которые мы приносим в копилку нашего государства, одно из лидирующих мест. И если вот посмотреть статистику, мы в том году были признаны лидером в сфере спорта Комитетом образования и науки Украины при Министерстве образования и науки Украины. Почему? Потому что создана огромная инфраструктурная база, спортивная база, и созданы все условия для того, чтобы спортсмены, помимо получения знаний, могли еще развиваться в плане спорта, ну и достигать высоких результатов. Также у нас действует, и очень успешно действует, Центр культуры. И при Центре культуры, знаете, реализуется, во-первых, огромное количество фестивалей, такие как «Пою о тебе, Одесса моя», «Песни у моря», концерты на ротонде. Огромное количество студентов, казалось бы, да, он там выбрал профессию юриста или психолога, но в итоге он реализуется творчески как творческая личность. Вот Алексей Приступ, он начинал со сцены. Ну, он пришел, пел, может быть, где-то чуть-чуть выступал, но то, до какого уровня он достиг, то, ну, как он развился на протяжении этих 5 лет, ну, вы видели все сегодня на сцене. Есть у нас такие примеры, как Игорь Онищенко, который сегодня является солистом Венской оперы, он заключил уже 2-й контракт. Есть и Олеся Стефанка, да, и Александра Николаевна, которые занимали высочайшие, пьедесталы по направлению, да, женской красоты. И сегодня наш вуз создает максимальные условия для того, чтобы вы могли развиваться в плане науки, в плане учебы, в плане практики, но и в том числе и творчески, и спортивно. Если у вас есть такое желание, вы можете не поступать в профильный вуз, а наш вуз вам даст все условия для того, чтобы вы развились максимально, самое главное, как личность. А в каком направлении это будет, ну, это уже вам выбирать. А головне, створені усі умови і уся відповідна інфраструктура. І ще одне питання, хотілося б з вами детально обговорити. Це унікальний інфраструктурний проєкт «Зелений університет». Сьогодні ви почали буквально минулого року, але такий ажіотаж навколо цього проєкту. І з Європарламенту депутат Ребекка Хармс приїздила, аби ознайомитися з цим досвідом. І мер міста говорить, дайте нам цей досвід, ми будемо його розповсюджувати на все місто. І з усієї країни молоді люди приїздять, аби подивитися, як це вже сьогодні працює, не вже в Україні це працює. Ну да, і огромне кількість екоактивістів приїжджало із міжнародних організацій, вони хочуть, ну, ізучити цей опит внедрення альтернативних технологій в образовательний процес. Чому це важливо? Тому що пріоритетом нашого університету наш президент Сергій Васильович Ківалов ставить, помимо, ну, непосредственно, да, процесу обучення, процесу образування, процес і, знаєте, такої соціалізації, проживання студентів. Чому? Тому що дуже важливо, помимо того, як студент, в яких аудиторіях він вчиться, де він питається, як він питається. У нас, ну, наші кафе, студенческие кафе, они на уровне серьезных ресторанов, где открытая кухня, вы можете посмотреть при вас, как все готовится, и качество еды, ну, оценивается не только студентами, но и преподавателями. Мы все питаемся в этих наших кафе. Главное, за доступными ценами, это очень важно сегодня. Сегодня, да, очень важливо. Более того,
Что касаемо проживания, точно так же, любой родитель, мы уже с вами говорили, а у нас 90% иногородних студентов, и сегодня квартиру достаточно проблематично снять, он задумывается о том, в каких условиях будет проживать его ребенок. И те условия, которые создает наш университет, те общежития европейского образца, которые сегодня есть в нашем университете, только заслуживают самых высоких похвал. И внедрение как раз альтернативных технологий направлено на улучшение бытовых условий наших студентов. Почему? Потому что сегодня они имеют возможность получать тепло, а самое главное, горячую воду на протяжении всего года, что, знаете, во всех квартирах сегодня есть, а у нас во всех общежитиях и сегодня студенты имеют возможность, плескаться в горячей воде, что тоже влияет в том числе и на моральный облик нашего студента, и на его желание учиться и дальше, и находиться в стенах нашего университета. Поэтому этот проект был внедрен, он был эффективно реализован и будет реализован еще дальше. Почему? Потому что в планах и вывести на альтернативные источники энергии и административные корпуса, и учебные корпуса, и это очень важно, и этот проект, я думаю, что он уже получил международное одобрение и будет внедрен в тех вузах европейских, о которых мы говорим, суперкрутых, в которых этого нет. И сегодня мы, именно наш университет, Национальный университет Одесской юридической академии, стал образцом для, вы знаете, образцом для обучения, для того, как студент должен жить, то студент, как должен он питаться. И самое главное, мы стали образцом для того, чтобы все видели, что такое успешный и эффективный менеджмент, и что такое настоящее развитие. Є можливість, є телекамера, звертайтеся до майбутніх студентів, запрошуйте на день відкритих дверей, аби ніхто не пропустив цю подію року. Да, еще раз приглашаем всех 29 февраля в 11 часов на Академическую 2 в Национальный университет Одесской юридической академии на день открытых дверей. Вы прикоснитесь к прекрасному и получите максимально положительные эмоции. Дякуємо вам за ефір. Бажаємо багато-багато студентів, гарного набору Одеській юридичній академії у новому навчальному році. Нагадую, сьогодні з нами у студії був відповідальний секретар приймальної комісії Одеської юридичної академії, заслужений юрист України Валентин Федоров. Дякуємо вам. Спасибо вам. З вами був телеканал «Репортер». Залишайтеся надалі з нами.